На территории Одинцовской областной больницы на улице маршала Березова активно ведется возведение центра диспансеризации на 60 мест. На нулевом цикле строительства площадку посетил глава округа Андрей Иванов. Здесь уже выполнили разработку грунта, приступили к устройству песчаного основания. Далее рабочим предстоит уложить фундаментную плитку. После устройства фундаментной плиты будем монтировать промодули, специальные промодули, которые будут уже в собранном состоянии. И будем их скреплять между собой. В модульном блоке предусмотрят размещение всех кабинетов для прохождения первого этапа диспансеризации у терапевта. Кроме того, можно будет пройти углубленное обследование у специалистов. Пока на площадке работает 3 единицы техники и 7 человек. Но трудовые мощности планируется увеличить. А еще благоустроить прилегающую территорию. Благоустройство планируется? Благоустройство будет, да. Нам вся территория будет благоустроена. Да, лавочки, если беседок нет, то лавочки точно. Ну, это проект, да, будет проект, разрабатывается проект. Это входит сюда? Ну, на данном этапе нет. Это именно в плане строительства центра диспансеризации. По благоустройству будет отдельный проект. Объект завершат к ноябрю 2022 года. Также подобные центры появятся рядом с другими существующими в округе поликлиниками. В рамках национальной программы здравоохранения строительные работы уже ведутся на 3 объектах в муниципалитете. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».